женщина по деревьям. Я думаю, что будет же. Ведь я думаю, что ночной клуб «Делириум», он является, скажем, в городе одним из самых молодежных. И все, также, опять же, называемая молодежь такая золотая, они все знают, где в городе его приобрести, этот наркотик. Сейчас на месяца 2-3-4, там, до полугода, оно все, конечно, остановится, никто никуда, они все боятся, потому что вот этот канал, который он приезжал, был самым основным в городе. Одним из самых основных в городе. Если, не дай бог, будем, в наше время, возможно, все, если там, скажем, от клуба его не закроют, то будем получать информацию, опять же, по поводу этого ночного клуба, что там, и будем работать в этом направлении дальше.